Не успел Стикс добраться до скипетра, как его опередил темный эльф-оборотень. Используя камень, заряженный загадочной энергией, эльф превратил скипетр в грозное оружие и пытался выбросить Стикса за борт, как презренного ракоша. Хеледрин, похоже, умолчал об этой небольшой детали. Стикс, заинтригованный таинственной силой скипетра, намеревается отомстить оборотню, но сначала нужно рассказать все великанше. Так, о, ну так, по крайней мере, тут есть где развернуться. Что мне здесь надо? Меткий глаз и засада. Вот это мне подходит. 200, да вытащить 400 очков. Да, получается там и сколько? Раз, два. Ну, здесь нужен уже кварц. Это увеличивает запас здоровья, но это мне не надо. Так, 180 очков. Янтарное зрение. Ну, это хорошо. Здесь клонирование. Это я практически не использую. Вот флаконы с янтарем, ну не хватает. Да. Не хватает. По этой ветке можно будет пройтись потом. Это хорошо. Все, с очками я быстро управился. Каким-то постельным бельем забит шкаф. Что это такое, я не понял. Это миссия. Подожди, а верстак? Мне ничего не надо. Ну давай. Ты врешь. Если бы. Привет, New Game. Откуда мне знать, что ты его не присвоил? Полегче, большая девочка, не дура, то я укорочу тебя. Зачем он тебе? Что такого в этом скипетре? Он служит пропуском на дипломатическую встречу в Короган, город эльфов. Значит, тебе нужен скипетр, чтобы шпионить за ними. Видимо, у того эльфа схожее намерение. Коранган — это крепость. Больше я туда никак не попаду. Эй, не ты, а мы. Мне тоже не терпится найти этого долбанного эльфа-оборотня. Эльфы не умеют обращаться, это невозможно. А гоблины не умеют говорить. Торговое судно. Мы тоже сможем обратиться. Прикинемся торговцами. А я расквитаюсь с этим эльфом, потому что теперь это личное. Она-то может торговцами прикинется. А этот... Из него такой... Торговец, как из меня... Папуас. Ай, какой. А? Так, ладно. Покинуть. Покинуть так покинуть. Поехали. Стикс был опережен и выброшен за борт темным эльфом-оборотнем, который использовал скипетр, совместив его с камнем, заряженным загадочной энергией. Хеледрин утверждает, что скипетр служит пропуском на дипломатическую встречу с верховной жрицей темных эльфов, намечающуюся в Корагоне. На ней будут присутствовать все расы, и Хеледрин хочет попасть туда, как и Стикс, который хочет узнать побольше о загадочной силе скипетра, а также отомстить оборотню. Корабль Хеледрин приближается к вратам города темных эльфов. Теперь встает вопрос, как туда проникнуть. Перед тобой крепость Короган. Корангар, да? Корангар. Корангар. Красиво. Вот та здоровая стала скала с дырками. Здесь впору только крысам селиться. Я высажу тебя в безопасном месте. Так, Кироса, вполне подойдет. Проберешься в таможенную контору и впишешь это в график входящих рейсов. А также навещу их хранилище янтаря. Когда закончишь, отвяжи воздушный шар у входа. Это будет воздушный... Ой, условный сигнал, да?
Когда корабль войдет в доки, передай мне официальный пропуск, иначе меня не пустят в Корангар. Полностью оборудованная лаборатория. О чем ты болтаешь? Ну, все твои прихоти далеко не бесплатны. Так что... Я тут подумал обзавестись новой берлогой. Мне прислать счет на адрес мясорубки. Ладно, присылай. И жопу почесал. Молодец. Молодец. Все, нужно идти дальше. Проникнуть в Корангар. Оба. Корангар даже хуже, чем я ожидал. А я не ожидал ничего хорошего. Отлично, ворота рядом. Через них должен войти в крепость Храбр-Хеледрин. Вперед. Не думаю, что будет сложно пробраться внутрь. Но там какие-то еще. Что-то наверх ведет. Подожди. А как туда забраться? А, оттуда. С балкона, да? Так, хорошо. Привет, Дмитрий. Какого года игрушка? Ой, я не помню. Ну, такая уже игрушка, да. Первая, по-моему, часть была 2014 года, если не ошибаюсь. А это... Ну... Соответственно, значит, то ли 16-го, то ли 17-го. Для игрушки это уже, да. Это уже возраст. Тут ничего не надо мне, у меня все есть. Как отлично. Так, сохранить. Давайте сохранимся. А тут уметь пить будет вообще? Как почему-то звук идет с какой-то другой стороны. Вроде такого раньше не было. Непонятно. Русификатор отдельно. А, русификатор в смысле речи? Нет. К этой игрушке в Стиме нету русского языка, но русификатор есть. Но он переведен на русский, чего? Он переведен, только русификатор отдельно надо. Подожди, это к первой нету? Да блин, я не помню уже. Так, все здесь? Что-то я тут, что-то как-то мало всего. Поломать, что ли, им колокол тут. Вот так. Ой.
это мы по ним направились. Ой. Тихо. Смотри, какие они все глазастые, а? Я пойду. Ой, лапку зашиб. Это же надо. Гоблин, конечно, а как же? Так, ага, здесь что-то. Ну, тут, по-моему, ресурсы. Что тут может быть еще? Ой, сейчас он меня увидит. А, он пьет, блин, хорошо, что я... Ну-ка, давай. Он сейчас этот услышит или не услышит? Нормально, отлично. Сейчас попьет. Привет, Покет. Привет. Помолился перед смертью, молодец. О, спасибо. Спасибо за элик. Опа, и все. Тебя мы мучить не будем. Раз и все. Мы поломаем. Всякий случай. Вдруг тебя кто найдет и решит поднять тревогу. Это я заберу. Привет, Саймон. Добрый день. Меня уже там кто-то спалил почти. Что ты там видишь, интересно? Он не видит, он слышит, да? Где ж ты взялся такой? Чуткий. Спасибо за хайп. Страшно. Я и так могу.
Так, эту штуку я поломал. Уже хорошо. Что у нас тут? Спасибо, Финн. Тут у нас, да. Как же вас так убить, чтобы всем было хорошо? Нам, пожалуйста, по одному. Куда второй делся-то? А, вот идет, нормально все. Молодец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а что ты там увидел? Он же не должен ничего увидеть был. Точно. Ладно, я пока тебя поношу немножко, ладно? Он не возражает особо. Ладно. Ты так решил погуляться. Хорошо. О, глухие тетери. А он где-то... Этот хоть что-то слышит. Да-да-да. Опа. Труп нашел. Давай, звони в колокол. Давай, давай. Молодец. Все, сколько это уже? Раз, два, трое здесь. А их там было четверо или пятеро. Отлично. Спасибо, Карл. Так. А этот труп не видит, да? Два трупа. Ой-ой-ой. Да. Особенно этот в такой позе. Верхний. Так, ладно, сейчас... Ты играешь, что меня спалят здесь. Could try to go through the guard.
Я бы мог попытаться прийти прямо через караулку, чтобы сделать наше проникновение в Корриган более драматичным. Но дверь, похоже, закрыта. Когда нас это останавливало? Закрытые двери-то. Нет, просто за стелс дают больше там всяких очков. Если никто не... Он может отбиваться. Ну, плохо. Плохо, конечно, отбивается. Неудобно. В общем, да, конечно, он не боец. Но если он отбивается, значит, его видят, значит, поднимают тревогу, и там уменьшается количество всяких призовых очков прокачки. Так, ну здесь я могу открыть, да, а могу и не открывать. Могу и не открывать. Я хотел еще вот туда куда-то залезть, что-то там было. Ой. Сюда давай. Да нет, отцепись ты. Во. Присосался к стене. Это я не сюда куда-то хотел. Где они все? Там тот пьет тоже. Ой, хорошо-то как. Люблю, когда они пьют. Прямо ж не могу. Оп. Здрасте, рейдеры. Все? Тревога ж не поднята, нет. Не поднята. Или не поднята. Красота какая. Ляпота. Ой, чуть не упал. Что ж сюда еще как-то? Что-то ж там? Или там ничего нет? А, тут ничего нет. Тут какие-то споры. Яйца. Ну, это неинтересно. Хотя, пригодятся. В хозяйстве все сгодится гоблинском.
нужно через верх туда попасть, чтобы не тратить отмычку. В общем-то, а у меня этих отмычек сколько? 3. А можно и так. В общем, конечно, все равно. Я могу и отмычкой. Теперь осталось писать корыто этой дылды в официальный список торговых кораблей. Да подожди ты. А потом найти и пропуск. Много всяких дел у тебя, Стикс. Подними жетончик. Во, молодец. What is going on? These feeble humans are truly unable to control their emotions. Is his past valid? Yes, but we'll keep him here a little while longer. This will teach him to control himself. I need to get that pass. А у тебя пропуск, да? Где он там бормочет? Да, кстати, по поводу люстры. А где это вы, ребята, гуляете? Упс. Она сама упала. Честное слово. Ну, кстати, янтарь. Становится невидимым. Пойдем. Пойдем там. Там твой друг лежит. Иди, ты там приляг. Там уже люстра есть, но не на кого сбрасывать только. Так, надо сохраниться, а то сейчас я... заново проходить последние полчаса не хотелось бы. Так, это что у нас? Ворота какие-то, двери большие. Кто-то там удивился. Еще выше, да, подделать записи, а пропуск ниже. Ну ладно, тут все равно будем сейчас тут потихонечку всех. Стоит. Но этого можно и обойти, кстати, наверное, для начала. Не в смысле пощадить. Ой, чуть не упал. Ну что такое? Так. Что у нас тут? 1, 2. Так, этот колокольчик мы им поломаем. Thank you.
Как тебе это понравится? Он его хоть заметит или так? Мало ли что там валяется. О, заметил. Жизнь покинула это тело. Давай, звони. Молодец, все действует по инструкции. Все, ни колокольчика. А у нас тут что? Все не надо. А выход, по-моему, здесь будет, да? Если я не ошибаюсь. Чего вы там встали-то? Ну это они про одного из эльфов. Предатель какой-то там у них. Мы с ним еще познакомимся. Может, когда он подходил, он бы заметил, когда поворачивался бы. Да, вот мне надо, когда я все сделаю, отвязать этот... Отвязать этот шар. Ну, пока я его даже отвязать... О! Железная руда. Я его не могу отвязать. Это что, свековина здесь лежит? Блок какой-то. Ладно. Нам не надо. Так, это я их убил, да? Хорошо. А туда я ходил? Да, это я туда я ходил. Все. Давай еще раз. Не, ну я понимаю, что если бы меня спросили, есть игра такая или нет, я бы сказал, конечно, есть. Ну, то есть, наверное, есть, не может быть, чтобы про Шрека не было игры. Но я не играл. Ah!
Так, ну здесь я явно побывал. Тут же парочка трупов валяется, да? Ну вы про Марс все видели. Иди позвони в колокольчик. Иди. Не, не хочет, смотри. Ну, я шучу, конечно. Так, здесь нету ничего. А тут? Новое про Марс я не знаю, я не смотрел требования там. Ну, можно и коопчик с кем-то. Так, сколько вас тут? Ой, вообще так много. Раз, два, а, не так уже много вроде. Я пока тут посижу. Не-не, я ничего не приобретал, я не умею это собирать, это я просто закажу. Ну, я там когда-то заказывал несколько, вот тот, который сейчас. В следующем месяце начнешь играть. Почему в следующем месяце? Ну, дня три, сколько там? Примерно три дня рабочих. И все. Да, я понял, хорошо. Я вроде сохранился, да, в этой норе. Если я бы сегодня заказал, его он уже в пятницу был бы. Скорее всего. Но поскольку я сегодня здесь стримлю. Понятно, что я его не закажу уже сегодня. Надо поехать лучше. Самому. Да поговорить. Ой. Вы такие тупые, дальше чуть-чуть пройдите, ну. Вот гады. Какая-то, какой там shadow. Блин, одного всего, да? Маловато будет. Ну, один тоже сойдет. Смотри, ищут. Соображают. О, они вдвоем начали ходить. Да что такое? Не, я на такое не подписывался. Где вы там? А второй куда делся? Вылазила, что ли? Или он туда пошел, в коридор? Ну ладно. А, на балкон вышел. А я тебя ищу. Тебя все ищут.
Ой. Чуть-чуть. Там плиз. А если бы я крикнул плиз? Сколько я собрал жетонов-то? 5 всего? Ой, какой ужас. Как мало. Так, тут какой-то тоже выход куда-то. Ладно. Это что за... А, ну да. Так, вроде... А, надо вот это забрать. Бутылочку, бутылочку. Стеклотару. Ну возьми уже. Раз. Ох, тут да, ну тут, конечно, много будет, да. Там двое стоят. Чем там один человек, да? Один человек, угу. О, пропуск тут, прям вот, прям тут. Прям здесь. Да-да-да, здесь. Сейчас, подожди, только убьем всех. Потом ты покопаешься основательно. Ой, чё ж так темно-то, а? Здесь двое. О, еще один. Да. Пусть даже одного. Одного тоже неплохо. Ой. Я упал. Официальный пропуск для ее очень высокого величества. А еще надо подделать записи. А еще и нах... Я хочу их убить всех тут. Не знаю, зачем мне это надо. Просто очень хочется. О-о-о, он кушает, смотри. Ой, молодец. Ой, куда мне только деваться, теперь непонятно.
маньяк. Да я не знаю, такая игра. Она прямо... Прям очень хочется. Все время. Куда ты побежал-то? Не, ну там люди, а это ж... Какое-то фэнтези, понимаешь? Их не... Их можно. Тоже, конечно, люди. Но такие себе. Так. Не помню, сейчас я сохранялся или нет. Тихо, сам ты таракан. Ой-ой-ой, все, меня спалили. Караул. Хорошо, что я сохранился. Никому не говорить. Я не играл ни в Ведьмака, ни в этого, ни в GTA. Ну, тут я хотя бы знаю, что такие игры есть. Хорошо. Тут я поломал. Тут я молодец. Теперь бы как-нибудь... Здесь же ничего нету, никого. Угу. Не-не-не. Фига, что ты меня это... Так я не понял, он что там один, что ли? А куда делись-то? Все остальные. Они ушли, что ли? Им надоело меня ждать? Вот это да. А, не, вон стоит. Блин, чуть... Что там стоишь? Ну, звони в колокола. Молодец. О, а это что лежит? Жетон. Заладил недостаточно янтаря. Я понимаю, что недостаточно. Где я тебе возьму янтарь? Что там? Шлеп-шлеп. Иди посмотри, проверь, что ж тут такое. На. Так, я пойду лучше. О, сейчас нормально сработало. Я
уже точно что отсюда уйду, уже куда-нибудь подальше. Тут, по-моему, кто-то еще стоял, или нет? Да, точно, он тут притаился в засаде. Паразит. На! Ай, блин, как они меня увидели в темноте? Выходи отсюда. Ну, так тот идет, да? Мне, наверное, надо дротики сделать. Ой, у меня вообще ни одного нет. Там могу сделать только один. Какой-то... Чего это они вдруг в тревогу подняли, а? Вот... Гады. Все же было хорошо так. Ну-ка, нашли труп какой-то, наверное. Надо выше. Оп, тихо. Чуть не наткнулся. Так, тут у нас один, два. Ну, два это немного. В общем-то. Странник стримить пошел. Блин, я боюсь уже пошевелиться даже. Все.
подделываем записи, теперь все шито-крыто. Теперь корабль Хеледрин в гостевом списке. Но это еще не все. Подать сигнал — это хорошо. А сколько у меня жетонов-то? 7 из 10. Надо еще 3 жетона найти. Ладно, 2 жетона надо найти. Хорошо. Так и быть. Ну, здесь, по идее, где-то должен лежать. Тихонечко, да. Но это не то. Железная руда, это тоже. Это тоже хорошая штука. И тут еще 2 козла этих. Что с ними делать? Не-не, это вторая игра. Был этот SnowRunner. Теперь Styx, все уже. На сегодня все. А там стоит, смотри, живой. А как он там живой? Я пойду сейчас его убью. Что это за новости такие? Что ты делаешь, сирота? Никого уже ж нет. Один. Нет, я заберу.
ты где? Спасибо, Стикс. Теперь мой дирижабль может беспрепятственно попасть в Корган. Скоро темные эльфы начнут проверять груз. Надеюсь, пропуск действителен. Хорошо. Встретимся на другой стороне. Отлично. Пусть теперь Хеледрин делает все, что ей вздумается. Воспользуемся возможностью посетить прекрасный Корнган и отыскать этого ублюдка-оборотня. Добраться до какого-то жилого квартала. Ну, теперь это уже будет несложно. Все. Ну хорошо. Да. Все, всем пока.